user in your channel timed out. О, это дело! Давай, Артём, строгнем! Лечим, лечим. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще, хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать, сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, дай-ка еще по одной. Давай, Артём. До дна, Артём, до дна. Добрый, ты уж не без каких-то страх бы я был плащи. Так вот. Ну, да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей. Я сам тенджер младше от моего веку вписанного, как Крыш 22, чи от моего веку правдивого? Ну, за равенство, давай. Я 22 лет, это уж не помню, когда мне его. О чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. А, гадай, гадай, так гадай. Так что ты как хочешь, а я красный. Красный. Ну, то хоба нема старше поверни. Так что, давай, за порядок. Давай, Артём, давай! Да дна, да дна! Ну, подвинем 18-ка и уже вольнево. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Русский граф. Оформите, товарищ. Слушай. Русский есть, граф. Товарищ майор. Да. Слушаюсь. Да. Да, хорошо, хорошо. Ока. А хорошо. О, тут мне специальнее. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Глупо я попался. Купился на заверение. А, классичнее. Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь ну, под арестом. С другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбу тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже приедет! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артём, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста, ты много знаешь, и я советую тебе не темнить. И я тебе помогу! Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры! Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жив. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовимся. У нас сила. Андреевич, вот рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артём, доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную.
dostaliśmy w czapę. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу. В вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Чеслав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Леня давно пора трохи на часе это сейчас, что? Работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить... Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д6. На! Молчишь? Отвечай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучёныш, власти без крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови, и его до сих пор стоять, любят. Стоять, я сказал! Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Я был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Ну и это понял еще. Сюда. Забыкать байка. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Окей, не подведу. Пошли они все в задницу. И Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам. Ну, удачи. No tak, ale mam jakąś spluwę? Puścił, nie kazał mi iść, nic co, nie dał mi nic? Zaraz zobaczymy. Tu przynajmniej mi nic nie wyskoczy, bo to nie Outlast. Jesteś pewny? Kurde, loe.
значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава. Помнитай, это с метро. У меня есть способ. Ну, в сумме, да. Все изжался. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы. Зайти. Ну, я же вылезу где-то, где будет какая-то броня. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. Maski nowej nie potrzebuję. Filtry gdzieś są. Wow. Filtry. Co ty jest? To nie syty. W instrukcji wskazano krasny prowad. Od niego i wydziurgiwaj. Sam i wydziurgiwaj. A ja pока za углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик. Убит! Тревога! Хитшот. Внимание! Противник рядом! Пошли! Магазин! Niestety nie było trzech strzałów, trzech trupów. Zbyt ostro skoczyłem. Możesz, cholera. Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка, все быстро по маршрутам. Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. А сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пулю в затылок, это еще куда не было. Что за... Шум вроде. Эй, кто там? Внимание! No, przeżyje to czy nie z pistoletem? Spokojne, spokojne. Hitshota dostaniesz i będzie spokojne. Pokaż główkę, pokaż, 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 pokaż. Thank you.
pokaż się. Nie chcę robić hałasu karabinem. Okej. Мертвый! Тревога! Олера. Внимание! Противник рядом! Сейчас, сейчас. А тут? Теряем людей! Потери! Możesz, cholera, ale... Ile mu hitshotów trzeba sprzedać? Jak ty? Gdzie ty? Gdzie? Pokaż swoją facjatę. Tu jesteś. Możesz, cholera. Zabijać. Możesz, cholera. Wejdźcie.
плен не брать! Получай плату! Наших бьем! Теперь тебе... No wejdź tu, wejdź tu swoim celowniczkiem, wejdź. Ty jesteś koleś. Jezus Maria, chłopie. Gdzie ty jesteś? Gdzież żeś mi przeciągnął? Pokaż matkę. Dobra, czyli tu gdzieś mamy wyleźć na górę. Tam jakoś wyleźć. A, jest drabinka, dobra. No, do góry, do góry. Dobra, Krzysiu, ja się będę zbierał. Jasne, jasne. Coś do tego. Nie wiem, ty jutro będziesz w domu? No. No to nie wiem, na którą tam, nie wiem, pierwsza? Druga? No to się tam, coś się zgadamy. To coś pogry, dzisiaj do mnie wyszło, bo ten Neverwinter siadł. Jutro może już będzie okej, nie? A jak nie Neverwinter, to po prostu tego Fira. No, dalej pociągniemy dalej, tak, 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 no. Jak mówię, ja jestem to, za. No to miłego streamowania, miłej gry. Dzięki bardzo. Miłej jutra, nocy hej, hej. I do usłyszenia jutro, nie? No, hej, hej. No, na razie. User disconnected from your channel. Leci. Proszę. Kurczę, jak się to filtry wymieniało.
zobaczyć. Tu musisz iść. Dobra, chyba tu na dół trzeba zejść. Czemu cholera iść? Zaraz mi się filtry... Filtry skończą i tyle będzie. Jeszcze raz włożę do góry. Co tu mam wejść? Ucieknij z terytorium czerwonej linii, znajdź Paweł Widoką z obrony księgi. Co? Kurczę, no nie wiem, gdzie mam iść, zgubiłem się. Niby tutaj. Tam mam iść, ale gdzie tam?
наших бьет! У нас победа! Jak zwykle to może na hita ściągnąć, a tamte kurde w kombinezonach to twardziele. Muszę zobaczyć, czy oni... Oni w maskach nie chodzą. Jest tam jeszcze jeden, dobra. Co jest? Przylazą następnie. Gdzie jeszcze są? Zbieram tylko naboje, bo tutaj akurat tego to jest deficyt. Fakta? Nie. Dobra, czyli to jest ślepa uliczka. Tu się nie da pozbierać, no to idziemy tutaj. Zapewne następna plansza. Долго нам тут еще стоять? Да нет, должны уже сваты идти. А ты сам-то, Иван, воу-воу-воу-воу, что же дело? Co jest gra? Jesus Christ.
Co to było? Grubo. Coś czuję, że to będzie bardzo niezdrowo. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Артём, Артём. Ого. Что там? Ну, не знаю. Метро лецę, Outlast jest niższy mózg. Ile wszedłeś? A nie wiem, godzinkę. No ty, мой парень. Nawet. Ничего. Я тебе, пожалуй, смогу помочь. Teraz метро лецę. Есть у меня связи. Так что сообщение твое в орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься. Прямой дороги туда отсюда нет. Но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. На болотах. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили. Так, само худмание, из деталей, что берут с моста тащат. Вот, полюбуйся. Бенди, грубо. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Файне. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Решка. Только теперь возить ее некого стало. Решка. Все либо ушли, Решна, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что бери. Залезай. Скакуй. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени за это. Удачи, брат.
bliżej. Dobra, myślę, że to wystarczy na dzisiaj. Także dzięki bardzo tym, co byli. Oczywiście film na YouTubie. Także zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, do usłyszenia.